Дорогие друзья, ежедневно на нашем канале мы публикуем самые важные события в жизни знаменитых, известных личностей и талантливых людей. Но, к сожалению, мы очень часто стали сталкиваться с сообщениями об уходе известных людей, среди которых великие актеры, певцы, композиторы, писатели и спортсмены. Эти люди внесли большой вклад в развитие нашей страны. Уход таких людей – это большая потеря, и мы просто не можем пройти мимо. Эти потери оставляют огромный след в сердцах каждого из нас. Вот и сегодня с огромным сожалением, мы вынуждены вам сообщить эту печальную новость. На 25-м году ушел из жизни российский певец, автор песен и музыкант Эдуард Шарлот. Эдуард Шарлот родился 7 февраля 1998 года в Самаре. С 2017 года он начал сотрудничать с лейблом «Джем», а 2 года спустя принял участие в шоу «Песни на ТНТ». Тогда же музыкант выпустил свой первый студийный альбом «Навечно молодой» совместно с Sony Music. Позднее у Шарлота случился конфликт с лейблом, после чего артист разорвал свое сотрудничество с компанией. Широкую известность артисту принес совместный трек с Моргенштерном под названием «Малышка». Он умер после продолжительной болезни. Такая информация появилась на официальной странице артиста в соцсети ВКонтакте. О причинах смерти певца не сообщается. Сообщено, что похороны Шарлота состоятся 7 февраля.